Всем привет! Вы на канале «Современные родители». Сегодня у меня на обзоре Blender Redmond RHB2967. Эта модель является простым бюджетным вариантом, но обо всем по порядку. Для начала подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Чтобы вам было удобно, я сделала подборку ссылок на выгодные цены. Оставлю ее в описании. Буду рада вашим комментариям и лайкам. Новинка от Redmond. Погружной блендер значительно упростит подготовку ингредиентов для многих повседневных и праздничных блюд. Прибор отличается компактными размерами. Он легко поместится даже в маленьком кухонном ящике и не займет много места на полке шкафчика. Модель оснащена высокоскоростным турборежимом, при котором нож блендера за минуту совершает 16 тысяч оборотов. Включайте режим турбо, завершая процесс обработки продуктов. С его помощью вы с легкостью уберете комочки муки в блинном тесте и измельчите кусочки овощей в соусе или супе. Если вы случайно превысите рекомендуемое время непрерывной работы прибора, система защиты автоматически остановит двигатель. Это поможет избежать перегрева устройства, а также позволит увеличить срок службы вашего блендера. Сразу после того, как блендер остынет, он снова будет готов к работе. Погружная часть блендера и нож изготовлены из нержавеющей стали, благодаря чему вы сможете обрабатывать даже горячие жидкости и твердые продукты. Прибор поможет вам быстро измельчить и смешать ингредиенты для мясных и овощных супов-пюре, полезных смузи, молочных коктейлей, соусов и паштетов. С помощью блендера вы также легко подготовите однородное тесто для блинов или вафель. Используйте погружной блендер даже для небольшого количества продуктов, например, для приготовления детского пюре или порции домашнего майонеза. Я отобрала основные особенности, о которых говорят пользователи этой модели. Сначала отрицательные. Очень трудно отделить ногу от держателя. Ножи расположены слишком глубоко, не перемалывает продукт до конца. Греется обмотка двигателя, и он сгорает. Около минуты работы в турборежиме и сработала защита от перегрева мотора. Тупые ножи, они не режут, а дробят продукт. Бестолковая и в целом бесполезная техподдержка. Нужно купить дополнительную посуду, в которой будете взбивать. Теперь перейдем к положительным. Хороший бюджетный блендер полностью оправдал ожидания. Хорошее качество материалов и сборка, приятно держать в руке. Ножи очень острые, режут как по маслу. Мощность, как для домашнего блендера, достаточная. Собирать и разбирать удобно. Погружная часть металлическая, так что и в горячем использую без проблем. Цена очень порадовала. Измельчает хорошо, я довольна. Сегодня это все. Если обзор понравился, ставьте лайки. А если есть опыт использования, поделитесь им в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании. До скорой встречи на канале «Современные родители».